Одни из самых больших выбросов, если я не ошибаюсь, Дмитрий, да, это у нас автомобилисты, да? Конечно. Да? У нас сегодня примерно в равных пропорциях. В равных пропорциях загрязнители – это автомобилисты, это энергетика и это промышленность. Автомобилисты и энергетика. Готовы пересесть со своего автомобиля, оставить свой автомобиль? И к тому, чтобы в батареях температура поменьше станет. Вы знаете, да. Мы не можем сегодня законодательно отобрать транспорт в автомобиле. Да? Мы и так много чего у автолюбителей, много чего для этого делаем в нашем городе. Да? А может быть, нам не нужны какие-то предприятия, которые так хорошо очищают свои выбросы? Потому что сегодня у нас нет органа, к сожалению, городского, я понимаю, что краевой, наверное, он есть, да, который эти выбросы нормально контролирует под руководством общественности.